что ж, и теперь посмотрим на поединок Игоря Бугаенко. Будет боксировать он с Хао Гуанхуа. Игоря Бугаенко мы помним и по московскому турниру ACB, где он боксировал с известнейшим спортсменом из Голландии марокканского происхождения Хишамом Эль-Гауи. Но вот откровенно тогда Хишам Эль-Гауи, ну он вообще не самый зрелищный боец, в принципе, да, плохо бьет руками, в основном защищается и бьет ногами. И вот тот поединок оказался тоже не самым ярким в истории кикбоксинга, но Игорь Бугаенко абсолютно закономерную победу одержал. Также Игорь Бугаенко является чемпионом турнира «Суперкомбат», победителем боев по правилам ТНА «Кубок Татнефть». Он, кстати, в финале победил нашего Александра Вижеватова. Да, ему, кстати, 36 лет, при этом не мешает ему это выступать на высочайшем уровне. И заниматься тренерской деятельностью. Да, и что самое интересное, кстати, вот именно в кикбоксинге и в боевых серьезных уже, ну, на серьезном уровне боевых единоборствах Игорь начал свой путь с 31 года. То есть, казалось бы, когда уже многие спортсмены свой профессиональный рекорд набили, уже все доказали и уже к этому возрасту все заканчивают, Игорь вот только начал и очень начал здорово, потому что сейчас у него в личном рекорде 76 поединков, с которых 65 побед. То есть ни много, ни мало. Да, вес 90 килограммов, рост Игоря 1,81 м, рост соперника 1,88 м, он чуть повыше. Ну и, кстати, он чемпион WLF, то есть той организации, совместно с которой ACB сегодня устраивает этот турнир. Ну и, кстати, в ACB кикбоксинг Бугаенко провел уже 3 поединка, и, кстати, все в разных весовых категориях. 85, 90 и 95 килограммов. В каждом из них он одержал победы. При этом говорил, что обычно его стандартный вес составляет где-то килограммов 88, но догонять до 85 ему просто, и вообще комфортнее всего именно в этой весовой категории выступать. Да, кстати, его соперник Хао является чемпионом организации ВЛФ. И его мы помним как раз по московскому поединку, где он проиграл Байбулату Исаеву. Раздельным решением судей. Там был очень ровный поединок. И все-таки Байбулат одержал победу. Уважает Бугаенко свое давление. Не дает сопернику привыкнуть. Постоянно его раздергивает, беспокоит. Но делает все очень правильно, потому что нельзя давать оппоненту думать и просчитывать какие-то свои варианты и комбинации. Постоянно нужно его напрягать. Хороший сейчас свой хайкик от Хао. Ну, довольно неплохой очень первый раунд. Игорь Бугаенко, кстати, капитан команды, капитан российского десанта сейчас на этом турнире ACB Kickboxing 11. Да, еще раз напомним, что Игоря Бугаенко тренирует блистательный специалист Андрей Сергеевич Гридин, который воспитал огромную плеяду чемпионов мира и Европы по тайскому боксу и кикбоксингу, как по любителям, так и по профессионалам. И, кстати, нашел он очень интересное решение для настройки своего спортсмена на поединок. Они перед боем, непосредственно перед рингом, поют детские песенки. То есть Антошку, Винни-Пуха и все прочее. И как бы Игорь говорил, что это его очень заряжает, настраивает. Ну, может быть, скорее расслабляет, да? Да, ну, заряжает именно вот позитивными эмоциями какими-то. И он очень хорошо всегда чувствует себя перед выходом непосредственно на ринг. Вот была такая вот находка именно тренерская. Они поют причем вместе. Но, как Игорь говорит, нет ни слуха, ни голоса, но петь люблю. Что-то жестко обменялись бойцы. Игорь Бугаенко продолжает оказывать давление на соперника.
Здесь пытался контрить под колено. Обменялись джебами. Да, вот, конечно, этот бой получается гораздо более ярким и зрелищным, не в пример тому, что мы увидели в Москве. Но, опять же, это не то, что Игорь Бугаенко не хотел боксировать, а соперник исповедовал вот такую вот сонную манеру ведения боя. А Игорь, как мог, в общем-то, пытался этому сопротивляться. Но самое главное, победу одержал, да и все. Сейчас здорово отработал, двоечка в голову и левый боковой по корпусу. Правда, активно встречает китайский спортсмен. И так достаточно опасно Игорь пошел вперед и практически наткнулся на колено навстречу. Да, Хао Гуанхуа очень мощный парень. Тоже старается работать в основном в силовой манере. Но, по счастью, пока что Игорь Бугаенко в защите практически безупречен. Практически. Ну, надо заметить, что все-таки удары Игоря, они соперника сбивают в траектории. Все-таки он их чувствует, несмотря на то, что выглядит поговорить. Удар с разворота ногой у тяжеловесного Хао Куанхуа получился очень техничным, быстрым. Ну, хорошо, что не очень точно. Здорово, со сменой уровня. Отвлек внимание сейчас Игорь на голову соперника, пробил по корпусу. И колено, кстати, хорошо, по-моему, пытался в голову, целил Игорь Бугаенко. И, по-моему, уже вот эти удары по туловищу, они лишили энергетического запаса Хао Куанхуа. Так он задышал, стал еще больше пятиться. И нога в голову в исполнении Игоря. Здорово провалил сейчас Бугаенко соперника. Концовка второго раунда. Да, этот раунд Игорь забирает совершенно точно, особенно его концовку, и это хорошо. Да, пока потихонечку получается переламывать ситуацию, держать ее под контролем у Игоря. И Хао Гуанхуа, несмотря на все свои габариты и, надо думать, достаточно тяжелый весит удар, серьезных проблем Игорю не представляет, но расслабляться рано, снова попадание в бандаж. Нужно время немножко восстановиться. Делает рефери замечание, но бой продолжается. Смещался под этот удар Игорь Бугаенко, увидел его начало, снова попадание по корпусу, практически остановил он уже оппонента, но нужно просто дорабатывать. Все-таки понятное желание Игоря идти вперед, попасть, но также обменялся, есть, зацепил немножко паховый бандаж. Но и навязывает, старается Бугаенко навязать драку, но здесь не по этому бою. Не всегда это требуется, и как мы раз слышим рекомендации из угла, Игорю нужно просто добоксировать. Продолжает держать в углу соперника Игорь Бугаенко. Очень хороший левый сбоку в его исполнении мы увидели. Зацепил сейчас неприятно. Очень яростно сопротивляется Хао Гуанхуа. Конечно, вот, мне кажется, со стороны Игорь Бугаенко выглядит более техничным и обученным. Его соперник старается действовать за счет мощи и агрессии. А, конечно, Игорь Бугаенко его перестреливает, переигрывает. Сейчас уже здорово локоть подставил четко под удар. Сопернику явно было неприятно. И хороший левый боковой в область печи. Да, с одной стороны, Хао Гуанхуа пытается показать, что есть у него много чего в запасе. Удар коленом в прыжке, например. Но делает это не очень своевременно. Все-таки залог правильного удара – это скорость, своевременность. Ну и точность, конечно. Немного подотпустил Бугаенко своего соперника, к сожалению. Но снова идет вперед. И вот сейчас нужно не отпускать, зажать его, продолжать в углу и продолжать обрабатывать ударами. Хайкик от Гуанхуа. Но уже больше наотмашь. Тяжело дышит китаец.
Да, посвежее, конечно, выглядит Игорь Бугаенко. Больше сил он сохранил. Но это неудивительно, потому что китайский спортсмен исповедует только силовые удары, а это очень энергозатратно, еще учитывая вес. Вертушка нет, там очень грамотно Игорь Бугаенко сместился чуть-чуть влево. И, конечно, удар этот нивелировал очень легко. 10 секунд. В атаке Бугаенко. Хорошее попадание слева. И вот так не собирались парни останавливаться ни в коем случае. Ну что ж, я думаю, что это победа Игоря Бугаенко. Андрей Сергеевич Гридин доволен. Ну, непростой бой это, да? Очень плотный был поединок. Да, буквально какая-то секундная потеря концентрации, она бы Игорю принесла большие проблемы, потому что заряжен был, конечно, Уан Хуа, не хотел уступать. Ну и статус чемпиона все-таки обязывает его ожесточенно сопротивляться. Поэтому Игорь все очень правильно сделал и правильно послушал своего тренера. Да? Здорово. Игорь Бугаенко победил абсолютно заслуженно.